Давай. Тише, тише. Давай. Записи Гиппократа охраняют. Почему? Могучий Теринф. По легенде, его построили сами циклопы.
убежать? Весело.
Если меня тут заметят, будет плохо. Эй, ты!
Будет Ты что тут делаешь? Меня прислал Гиппократ. Твой командир украл его записи. Думаю, они у тебя. Те, что составил сам великий Гиппократ? Мне жаль. Они сгорели во время боя. Что? Ты слышал. Шатер целителей сгорел. К счастью, я успел выучить эти записи. Я восстановлю их, когда будет время или после войны. Тебе придется пойти со мной. Пациент Гиппократа умрет без твоей помощи. Это тоже умрет без моей помощи. О нем больше некому позаботиться. Я единственный лекарь. Не мешай мне. Я подожду тебя здесь. Вдруг ты сбежишь, пока меня не будет. Типичный наемник. Впрочем, я не удивлен. Займись делом и найди мои костные щипцы. Постоянно кто-нибудь прибирает их к рукам. И ты пойдешь со мной к Гиппократу? Даю слово. Я принесу щипцы. Должны быть здесь. Отнесу их, и мы сможем вернуться к Гиппократу. Эти щипцы он искал. Пускайся! Бою!
взялся орел? Ищите! И осторожнее! Продолжаю поиск. Что-нибудь нашлось? Здесь никаких следов. Все на поиски, живо! Ничего, найдем. Это не сойдет. Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Тому, кто убьет тебя, все про того! Если я погибну, то и ты тоже! Это они? Помощник из тебя неплохой. Я сочту за честь помочь Гиппократу после операции. Какое-то время будет хромать, но дай Аполлон полностью поправится. Встретимся там. Не опаздывай. Thank you.
Элла. Гиппократ, как твой больной? Вы опоздали. Он не выжил. Сожалею, Гиппократ. Мы задержались, потому что спасали моего больного. Порой наука требует трудных решений. Если мы закончили, я бы хотел записать то, что помню из твоих заметок, Гиппократ. Я схожу к жрецам, расспрошу их о моей матери. Идем со мной. День был не из легких. Значение диеты для здоровья невозможно переоценить. И какой толк от яблока? Ну, одно яблоко в день спасет тебя от врачей. Но шутки в сторону. Я знаю, зачем ты здесь. Ты ищешь свою мать. Ты помнишь ее? Я был молод и не знал, как помочь. Я отказал ей. Но я помню ее взгляд, полный решимости и отчаяния. Вряд ли я когда-нибудь его забуду. Потом я поклялся Аполлону, что больше никогда никого не отвергну и посвящу себя медицине. И в этом ее заслуга. Твоей отважной матери. Ей бы это понравилось. Я отправил твою мать в святилище Асклепия. Скажи старшему жрецу, что скоро лекарство от священной болезни станет доступно всем больным. Тогда он поможет. Спасибо тебе за все, Гиппократ. Я схожу к нему. Опасное место. Вот он где. Нужно поговорить с ним. Давай, давай. Элла. Прошу, помогите ей. Вы
Пусть Асклеп избавит ее от мук. Она умрет? Если боги не услышат наши мольбы. В Аргалиду прибыло много больных афинян, но поправились единицы. У девочки тот же недуг. Я могу что-то сделать для тебя. Мне говорили о хозяине орла. Он жаждет лишь крови и денег. Не трать время, жрец. Обсудим мои желания, когда девочке станет лучше. Больных все больше, а лекарства у нас нет. Жертвоприношения не привлекли внимания богов. Ни свиньи, ни козы не помогли. Нам нужен зверь, чья кровь разожжет пламя, достойное Асклепия. Что ты предлагаешь? Говорят, в окрестностях святилища бродит бык с белоснежной шкурой. Ступай на запад, к берегу. Приведи его живым. Боги не смогут не заметить такую жертву. Я трону твоим участием, но я знаю, зачем ты здесь. Все жрецы поклялись Хрисис, что ничего не скажут хозяину орла или заплатят за это жизнью. Но я служу богам и больным, и верен лишь им. Окрестности огромные. Ты можешь уточнить, где именно находится бык? Последний раз он пасся на горе Кариф, у руин Осины. Зачем вести быка живым, если вы зарежете его? Мы не просто зарежем его. Мы польем его голову водой. Если он кивнет, продолжим. Когда боги, люди и звери участвуют в жертвоприношении против воли, это обман. Чтобы спасти больных, нам нужны кровь, кости и жир быка. Расскажи о Хрисис. Она держит всех в страхе. Мы обучили ее всему, что знаем о врачевании, о богах. Но пришли другие. Люди в масках. Изменили ее. Выжгли сердце. Заменили ей богов. Я приведу быка. Ох! Пошел! Белый бык, я опоздал? Не стоит здесь оставаться. Вряд ли он умер по своим. Я заберу сердце. О, противно. Thank you.
Надеюсь, этого хватит. Если им нужен целый бык, пускай приходят сами. Прошу, помогите. Удалось найти быка. Я не смог привести зверя живым, но принес его сердце. Так Асклепия не умилостивить. Зверь не хотел умирать, и сердца хватит для спасения лишь одной жизни. Прошу, мистер. Белый бык принадлежал мне. Я кормлю половину Арголиды. Люди будут голодать. Умоляю, болезнь убила моего мужа. У меня двое детей. Что с ними будет, если я умру? Я богата и могу заплатить тебе. Ничего, помоги лучше им. Ты убил быка. Выбирай, кому помогут боги.
Я знаю, каково быть брошенным ребенком. Молись за девочку. Ты пожалеешь. Сложный выбор, Мистий. Но он сделан. Остальное в руках богов. Я сдержал слово. Спартанка, что ты ищешь? Вы знакомы? О ее появлении в святилище ходят легенды. Но я этого не застал. Тебе нужен не я, а Мидон, старший жрец. Он часто вспоминал ее до того, как отрезал себе язык. Отрезал язык? Если он не с больными, значит, в гостевом доме. Проводит время в обществе своих слуг. Спасибо. Я не забуду твою помощь. Эти люди тоже тебя не забудут. Святилище Асклепия, бога медицины. Лучше доверить лечение целителю, а не богу. Если заметят, мне не сдобровать. Ты ни на что не годишься. Их нет. Ты, должно быть, Мидон. Он не мой. Я знаю. Расскажи, почему. Это дело рук Хрисис. Я думал, он сделал это сам. Так он доказал свою верность. Зачем Хрисис заставила жреца отрезать себе язык? Мидон щедрый и заботливый. Пусть отвечает он, а не ты. Расскажи мне о спартанке с ребенком. Он может ответить только да или нет.
все жрецы спят со своими служанками. Я не служанка. У нас священная связь. Вот как. Ха, ясно. Ты знаешь, куда она пошла? Говорят, с ней был ребенок. Ее дочь? Малышка была при смерти, когда она пришла. Мидон молился за нее. Ты спас ее? Нет? Он сделал все, что мог, но ребенок был тяжело ранен. Женщину из Спарты звали Мирин? Я понял, зачем ты отрезал себе язык. Когда моя мать принесла дочь, вы бросили ее умирать. Хрисис боялась, что ты проболтаешься. Все было не так. Откуда тебе знать? Ты слишком молода. Он часто рассказывал мне, пока не лишился голоса. Он хотел спасти дитя. Сделал все, что мог. Я не верю. Мертва. Она не могла умереть. Не знаю, что еще сказать. Тебе повезло, что она прожила так долго. Раны были очень тяжелыми. Моя дочка. Моя дочка. Послушай, мы ничего не можем для тебя сделать. Тебе лучше уйти. Молись, Гере. Мертвы. Они мертвы. Он оплакивал участь этой спартанки, оказавшейся так далеко от дома, и ее дочь, покалеченную, чуть живую. Расскажи, прошу, я хочу знать. Даже Аполлон не спас бы дитя. Мидон рассказывал, как плакала ее мать, держала дочь на руках и пела ей, прежде чем отпустить к богам. Хрисис забрала ее, так? И скрыла правду, лишив тебя голоса. Где Хрисис? Рядом есть алтарь. Люди приходят туда со своими больными детьми. Она отнесла ребенка туда. Ступай к статуе Аполлона Малиадского и найдешь Хрисис. Люди ищут здесь исцеление. Но я вижу только смерть, отчаяние, жрецов без языков. И детей на попечении сумасшедшей. Моя мать напрасно доверилась вам. Я разыщу Хрисис, и она заплатит за все. Тише, дитя. Да благословит Гера твою семью. Хрисис нужна мне, чтобы отыскать мать. Надо найти алтарь Аполлона Малиадского. Это алтарь Аполлона Малиадского. Давай. Элла, Элла!
Эйла! На! Это статуя Аполлона у алтаря. Но в этот раз... Все ясно. Предупреждение. Вы все умрете здесь. Похоже, убийство это у вас семейное, о, хозяин орла. Не смей говорить про мой род, змея! Я помню, как твоя мать принесла сюда мое дитя. Жалкое, плачущее, слабое существо. Зная тогда, что у Мирин двое детей. Но теперь ты здесь, вся семья в сборе. Моя мать поверила, что ребенок мертв. Он был мертв. О, как она рыдала, когда дитя затихло. Но я позаботилась о нем. Положила на алтарь. Молила всех богов о пощаде. И они вняли. Куда отправилась моя мать? Эта дрянь скрылась в Каринских холмах. Делец должен был привести ее назад ко мне. Но ей все равно не скрыться. Она родит нам еще детей. Что ты сделала с моей сестрой? Я спасла ей жизнь. Научила страдать. Чтобы познала боль и встречала ее как старого друга. Теперь она заставит всю Грецию познать ту же боль. Ты пытала ее! Она была ребенком! Научила выживать! Мир жесток. Будь сильный или умри! Я дала ей силу. Я убью тебя за всю боль, что ты причинила. Мир — это боль. Но Деймос с ней справится. Твоя мать визжала, как свинья на алтаре, моля богов о спасении. Я стала Деймос лучшей матерью, чем она. Могу и тебе стать матерью, хозяин орла. Речь не только о моей семье. Ты и твой культ
Хотите погубить Грецию? От вас одни страдания! Твои руки в крови. Ты угрожаешь мне и смеешь говорить о страданиях? Ты убийца. Совсем как твоя сестра. Я докажу тебе! Мой сын! Это твое дитя? Он умирал. Хрисис велела сделать подношение Гере, чтобы его спасти. Хрисис подожгла храм, пока мы с ним были внутри. Хрисис служит Гере, выполняет ее волю. Разве так должно быть? Твой сын чуть не сгорел заживо. И ты его спас. Хвала богам за это. Все хорошо. Мама здесь. Не уверен, что стоило спасать дитя. Хрисис нужно остановить. Если верить словам Хрисис, моя мать думает, что сестра давно мертва. У меня достаточно сведений. Можно возвращаться в Афины, Каспасий. Нельзя отпускать Хрисис! Я убью ее! Thank you.
Пошел! Ну, давай. Элла! Царь зверей. Надеюсь, меня никто не заметит. Царь зверей. Лишь бы не заметили. Yeah.
Ah!
Бой будет быстрый. Ты погибнешь. Тебе не...